Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Фактор личности». Ее ведут Наталья Ерофеевская и Алексей Богданов. Здравствуйте! А сегодня в гостях у нас генеральный директор Технополиса Москва Игорь Ищенко. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Игорь Ищенко, генеральный директор Технополис Москва. Родился 21 мая 1969 года в городе Торез, Донецкой области. В 1994 году окончил Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова. В 1999 году получил диплом экономиста-менеджера по специальности антикризисное управление в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики, МЭСИ. До прихода в Технополис Москва в 2011 году в течение 10 лет занимал руководящие должности в различных компаниях электроэнергетической отрасли. Работал заместителем генерального директора по генерации и управлению проектами ОАО «Энергостройинвестхолдинг», исполнителем директором бизнес-единицы номер 1 РАО ЕС России, старшим вице-президентом по экономике и финансам ЗАО «Комплексные энергетические системы». Владеет персидским, французским и английским языками. Женат, имеет дочь и сына. Вот сегодня вы сейчас буквально перед программой сказали такую интересную фразу: лучше заниматься бизнесом, чем политикой. Вот сегодня мы поговорим о бизнесе. Вы же человек бизнеса. А начнем мы с того, Игорь, расскажите нам, пожалуйста, вот о проекте «Технополис Москва». Что это за проект? Какие его цели, задачи? «Технополис Москва» – это примерно половина бывшего завода АЗЛК, который находится в рядом со станцией метро «Текстильщики». Это территория, которая на 100% принадлежит городу. Это московский объект. Территория, которой стали активно заниматься московские власти примерно 3 года назад. Туда выделен достаточно большой объем инвестиций, связанный с подготовкой всей необходимой инфраструктуры, решений, регуляторных решений, в том числе связанных с тем, чтобы туда пришли совершенно новые индустриальные циклы. Я имею в виду не то, что принято у нас ассоциировать с промзонами. К сожалению, это всегда бетонные заборы, это куча бродячих собак, это складские комплексы, которые там абсолютно, так сказать, хаотичном варианте существуют. Это скорее некая технопарковая зона, которая по всему миру является на сегодняшний день хедлайном, связанным с развитием точек притяжения и точек роста, соответственно, для тех индустриальных производств, которые существуют в режиме, ну, назовем это условно, хай-тека. То есть это не банальный офисный центр, да, где там столы, стулья и все, а это именно производственная какая-то такая площадка, где могут прийти люди с оборудованием, с станками и делать какую-то реальную продукцию. У нас 320 тысяч квадратов индустриальных помещений и примерно 30 тысяч квадратов офисных помещений. Они находятся в разной степени готовности. Мы сейчас очень активно и очень день и ночь, можно сказать, занимаемся их реновацией, приведением в надлежащее состояние, форматированием той структуры решений, включая решения, связанные с выдачей этих условий и так далее, чтобы эта площадка не стала проектом банального редевелопмента. Так вопрос не стоит. Мы создаем совместно с правительством Москвы, с курирующими департаментами, создаем всю регуляторку, создаем тот набор институтов, которые поддерживают приход этого бизнеса, делают его оправданным, привлекательным, делают вот ту хваленную, к сожалению, в кавычках, нестабильность, которая для бизнеса в России, вообще в Москве в частности, стала притчей во языце, все-таки сильно менее чувствительной, с целью, чтобы вот этот фактор не являлся фактором отрицательным, который при принятии решения фактически делал плюс на минус, скажем так, или делал из плюса минус. То есть такой островок стабильности. Да, как да, бы. Это тот в океане. Да, это тот вариант, который мы в этой ситуации считаем является мало того, что оптимальным, но он является общепринятым. Это не очень приятно мне осознать, но мы ничего нового не изобрели. И, в общем, может быть, это самое умное, что можно сделать. Взяли лучшие практики Запада. Лучшие практики Запада, которые мы имплементировали на конкретную площадку, где мы достаточно быстро, с учетом обычных мировых циклов построения таких площадок, которые доходят до 5
3-10 лет. Вот, мы, в принципе, за 3 года фактически весь этот цикл или создали, или создадим еще в ближайшие год-полтора. Нам осталось совсем недолго с тем, чтобы концепт «город в городе», где будет все, индустриальные площадки и офисы, и вся структура сервисов, и вплоть до того, что где подпилить ногти, где поесть круглосуточно, где детей оставить, где купить. Это все будет находиться на одной территории. Находиться на нашей территории, которая... Собственно говоря, где в отеле можно разместить тех пусконаладчиков, которые приезжают из Европы, из Америки, месяцами вынуждены на нашей площадке фактически жить. А при этом, что такое жить в отельном фонде Москвы, как мы все с вами знаем, так мягко говоря, удовольствие не из дешевых. Да и, в общем, и по логистике это не всегда удобно. У нас это все будет вовлечено в этот эксклав, назовем его так, где существует, я не побоюсь этого слова, но, в общем, ситуация повышенной комфортности с целью, собственно говоря, привлечения вот тех бизнесов, которые обязательно в порядке должны быть, а, конкурентоспособные, то, что принято называть worldwide, то есть не в российском измерении, и, б, они обязательно или, как правило, должны содержать себе фазу R&D или неокр по нашему исчислению. Потому что понятно, что любая инновация в перспективе 2-3 лет, мы видим это на рынке мобильной связи, приложений и так далее, она фактически через год себя изживает сама. Поэтому для нас крайне важно, чтобы система воспроизводства новых идей, их упаковки и перевод в коммерческую схему, соответственно, она существовала именно на этой площадке, чтобы этот цикл, он, знаете, как ребенка вырастить. Мы его здесь родили, научили, выпустили в большую жизнь. Женили. Женили, и он стал рожать детей вот здесь же. Вот примерно вот так вот, извиняюсь за примитивизм. Игорь, а как получилось, что вы возглавили вот этот проект «Технополис Москва»? Вам предложили или каким образом? Ну, знаете, всю жизнь, с одной стороны, ничего не бывает случайно, и все, тем не менее, бывает случайно. Вот так получилось, что, тем более, что у нас на инноваторов не учат, как известно, до сих пор, хотя, может быть, и стоило бы уже. Алексей так вздохнул. Да, ну, это действительно правда. Вот, и так получилось, что в какой-то момент мне правительство Москвы предложило прийти в этот проект. Это было 3 года назад. Предложение шло от Андрея Шаронова с одной стороны, с другой стороны некоторые очень крупные резиденты, которые живут и, в общем, уже побеждают, можно сказать, на нашей площадке, активно работают, активно развиваются. Они тоже были заинтересованы в приходе той команды, не меня даже, команды. Вот, и они, в общем, надеялись на то, что со мной эта команда придет, что, в общем, и случилось, слава богу. Вот, придать новый импульс развития этой площадки. Ну, что, в общем, получилось. А у вас еще какой-то бизнес же есть, да? Вы возглавляете компанию помимо «Технополис Москва»? Я по контракту не имею права иметь никаких бизнесов, даже не по контракту с правительством Москвы, я имею в виду, и даже мне запрещено участвовать в качестве дольщика, собственника в каких-либо иных бизнесах. Поэтому у меня никаких бизнесов нету. Я, правда, естественно, до прихода в этот проект занимался, в том числе и своим собственным бизнесом. Долго до этого работал в разных сферах, в основном электроэнергетики. И, в общем, что, в общем, де юре тоже являлась частным бизнесом. И вы все это забросили и вот стали заниматься проектом. Ну, как свой бизнес. Энергетику реформировали. Как там, знаете, в какой-то было интересной рекламе, у вас еще не разрушили, так сказать, что-нибудь, тогда мы идем к вам. Вот, энергетику мы реформировали, теперь пришли реформировать завод АЗЛК. Ну, в общем, мне кажется, у нас что-то получается. А скажите, ну, там это для стартап-проектов или это уже для компаний, которые могут себя отнести, может быть, даже к среднему бизнесу? Мы фактически, тут понимаете, масштаб нашего проекта, он подразумевает, что даже стартапы, они у нас есть. Это стартапы, ну вот капекс тех стартапов, которые высаживаются у нас, просто для понимания масштаба. Стартап, например, связанный с производством продукции в сфере нанокомпозитов. Капекс 200 миллионов долларов. Стартап. Стартап в сфере микроэлектроники, капекс 160 миллионов долларов. То есть стартап стартапу рознь, но мы при этом на сегодняшний день совместно с правительством Москвы закрыли сделку предыдущим летом на 14 тысяч квадратов, где мы будем делать стартап-блок. Возвращаясь к вашему, где будет, собственно говоря, вот этот, не побоюсь этого слова, извиняюсь за образность мысли, курятник, где вот эти цыплята будут подрастать, потому что, в принципе, мы столкнулись с тем, что, конечно, нужно понимать, что принцип из количества получается качество, его отменить невозможно. Нужно форматировать вот эту
питательную среду, где из малых стартапов будут вырастать большие. Потому что стартапы, упомянутые мной, это, к сожалению, абсолютно единичные вещи. Нам нужен поток. Нам, более того, важно создать центр притяжения там молодых, сумасшедших, с идиотским блеском в глазах, в широком смысле слова, людей, которые туда приходят. И история очень простая. Туда должны прийти люди, у которых есть светлые идеи, и, может быть, они куда бы ни ходили, они нигде их не могли реализовать. А здесь они должны это уметь. Ну, то есть вы даете им финансирование для реализации? Мы не даем финансирование, по крайней мере, на сегодняшний день. Мы создаем условия. Где самые смелые идеи, идиотские, конечно, это я назвал условно, самые смелые идеи могут быть реализованы при условии их коммерческой востребованности рынками. В этой ситуации, в силу того, что мы являемся, по сути, международной площадкой, у нас наш наблюдательный совет сформирован из фактически представителей всех континентов нашего маленького тесного мира. У нас фактически вся наша команда – это англоговорящие люди, в общем, местами даже на нескольких языках. У нас, в принципе… А сколько человек у вас команды? Сколько человек в команде? Ну, вот Технополис Москва. В принципе, вся управляющая компания на сегодняшний день – это порядка 160 человек. Вот, если говорить о команде именно вот тех топов, которые, собственно говоря, форматируют идеологию, ее заставляют из идеи превратиться в физически тактильные вещи, ну, это, я думаю, человек 50. А как вот вы их подбирали? Вот по какому принципу вот именно этих топов? Знаете, коммунисты же были умные люди. Или, по крайней мере, среди них были умные люди. Когда они говорили, что кадры решают все, они были абсолютно правы. Вот. И я в этих обстоятельствах считаю, что мне очень повезло с командой. Во-первых, я туда подтянул людей с очень разным бэкграундом. Это люди и из индустрии, и это люди из сферы investment banking, в частности, это люди из журналистики, как вот моя коллега, с которой я сюда прибыл и так далее. То есть, это, понимаете, это люди, которые обладают очень широким спектром компетенций, но главный принцип очень простой. Их даже несколько. Первое – не изобретать велосипед. Я уже об этом сказал. Это не значит, что мы не готовы к креативу. Но если мы хотим работать в коротких циклах, а у нас только такие есть решения, потому что в России все должно быть вчера. И, в общем, перед нами тоже так ставятся задачи. Вот. И если мы хотим работать в коротких циклах, не надо изобретать велосипед. Нужно быстро учиться. Это, кстати, второй принцип. И принцип третий – это глаза пошире, уши. То есть не вот так вот, да? То есть мы стараемся в себя самих на площадку адаптировать максимум полезного, что может быть адаптировано. Это не значит, что мы... Тупо копируем. Да нет, я считаю, на самом деле, хороший, разумный копирайт, в общем, ничего плохого, кроме хорошего, не несет. Разумный, да? Разумный, да. Просто есть вещи, которые мы тоже, площадка, как, в конце концов, там, группированные обстоятельства, мы тоже имеем свою лимитацию. Она есть и в физическом смысле слова, и в ментальном, и в материальном, и так далее. Поэтому мы стараемся приносить то, что можем принести, чего не можем, мы стараемся адаптировать тогда. Но если уж совсем не можем, ну, shit happens. Вот, на этой ноте я хочу прерваться и уйти на рекламную паузу. Дорогие друзья, все самое интересное во второй половине программы. Рекламная пауза. Снова здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Фактор личности». Напоминаю, что ее ведут Наталья Ерофеевская и Алексей Богданов. Здравствуйте. А у нас в гостях по-прежнему Игорь Ищенко, генеральный директор Технополиса Москва. Здравствуйте. Еще и снова, раз здравствуйте. Да, здравствуйте. Игорь, а расскажите, какие успехи-то уже достигнуты в этом большом и благородном деле, который вы руководите? Знаете, я бы сейчас мог говорить о занятых площадях, о каких-то цифрах и так далее, но мне кажется, не это главное. Главное то, что в конце концов получилось главное, извиняюсь за тавтологию, а именно победить в головах людей ощущение безысходки. Доказать в том числе и правительству Москвы, что вот тут точку невозврата, когда в проект, откровенно говоря, не сильно верили, и, в общем, тут я
могу только выказать слова уважения руководителям города, что они, в общем-то, на какой-то период времени фактически принимали на себя колоссальные риски, связанные с темой объема финансирования, которые давались, и с репутационными последствиями, потому что понятно, что завод АЗЛК – это всегда для очень большого количества людей еще один повод возопить. Значит, хулиганы зрения лишают, рушат флагман отечественной экономики, и никто не будет вспоминать, что флагман с конца 90-х годов уже лежит на боку, весь разграблен, растащен, так сказать, и там, окромя стен, ничего не осталось. Этим никто же не будет заниматься. Все хотят жареного и так повонючий. Вот. Поэтому главное – это то, что break-even point пройден. Мы, в принципе, на сегодняшний день имеем более чем четкую стратегию. Мы имеем график реализации всех задач, связанных с физикой процесса, связанных с институтами, связанных с регуляторкой и связанных со структурой сервисов, которые позволят этот концепт «город в городе» фактически сделать самовоспроизводящимся. Там уже дальше можно сказать, что управляющая компания будет выполнять, ну, чисто хозяйственные функции. Потому что на сегодняшний день мы в этой ситуации совместно, конечно, с правительством Москвы, царь, бог, воинский начальник, это все там, так сказать, в одном флаконе. Насколько этот проект единственный, уникальный? Какие планы дальнейшие, может быть, по развитию таких технополисов в Москве или где-то рядом? Вы знаете, проект этот, в моем представлении на сегодня, может быть, даже где-то, к сожалению, он уникальный. Мы единственный проект такого масштаба. Извиняюсь, я прозвучу нескромно, наверное, но я не могу об этом не сказать, чтобы себя похвалить. Просто это такое, как бы сказать, реальное положение вещей. Мы стали проектом, который на сегодняшний день является, во всяком случае, на израильном теле Москвы самым успешным в этой области. Это первая вещь. Не воспользоваться таким опытом, мне кажется, что это было бы странно. По меньшей мере, я людей неумных в правительстве Москвы не вижу. Там все люди умные и заинтересованные. Или, по крайней мере, эти люди, с которыми я общаюсь. У Москвы более 10 тысяч гектар промзон, с которыми, мягко говоря, не всегда понятно, что делать. Поэтому, если ограничиться только этим примером, а все остальные промзоны, они, значит, из себя будут представлять то, что представляла наша промзона, а часто и хуже. Вот. Ну, я не уверен, что это тот путь, который должен для себя город выбирать. Поэтому, конечно, я думаю, что эта история будет запускаться в серию. Я думаю, что, конечно, у нас будут реализованы те планы, они существуют, они воплощаются в жизнь. Правительство Москвы делает в том числе систему частных технопарков, частных технополисов. Но, а чем вы лучше или не лучше частных технополисов? Или технопарков? Тут, понимаете, здесь это немножко вот терминологически неверно. Лучше, хуже. Ситуация очень простая. Ну, вот у предпринимателя выбор – пойти в частный или пойти к вам. Вот он сидит и думает. Какие у вас преимущества? Строго говоря, у нас, во-первых, работает правило «кто первый встал, тому и тапки». Пока тапки наши. И лучше или хуже, по сути своей, в таком сложном индустриальном решении, которым мы занимаемся мы сегодня, больше заниматься некому просто. Это первая вещь. Мы фактически безальтернативны. Это скорее плохо, чем хорошо, но это так. То есть частный бизнес не может построить такой большой и оснащенный технопарк, какой можно сделать, скажем так, ну, с использованием государственных ресурсов. Совместно с правительством Москвы. Тут, понимаете, в чем дело? Нужно иметь в виду, что, к сожалению, крупные решения подобного порядка, о котором мы сейчас беседуем, по всему миру никогда не реализуются, или почти никогда. Я знаю только один случай. Нет, вру, два случая. Один случай – это частный технопарк в Нью-Йорке, который занят в сфере биофармации, и технополис финский. Два случая, когда это абсолютно частная история, но она существует на стыке с реал-эстейтом. Понимаете, тут... А все остальные вещи, которые включают в себя задачу формирования среды, новой среды, то, что называется не только бизнес-энвайрмент, это гораздо шире даже понятие, где все, начиная, вот еще раз повторюсь, там, студиозусов и заканчивая научным интеллектуальным потенциалом, на этой площадке должны найти ответы. Вот. Эта история, она гораздо более сложнее, многограннее и, к сожалению, гораздо менее профицитна, нежели в какой-нибудь там очередной промзоне построить какой-нибудь очередной офисный центр. Да, да. Или жилье.
туда, так сказать, инсталлировать. Другой вопрос, что город сейчас к этому тоже руками комплекса градполитики подходит гораздо более осознанно, когда формируются пакетные решения. Что такое Москва? Мы можем с вами видеть, я вот в текстилях вижу, как несколько миллионов людей с утра едут через всю Москву в центр и дальше, а вечером пытаются бедные часов до 12 вернуться в семьи. Вот это Москва, и она вся живет в силу той топологии производства и мест проживания, достаточно странно выстроенной, так сказать, эмпирическим путем сложившейся, которую мы, так сказать, унаследовали. Каково будущее, как это видит город? Очень просто. Это фактически имплементация мест работы, мест обучения, мест досуга, мест, не помню, слово, проживания в едином, замкнутом, фактически локализованном пространстве. Сейчас об этом, кстати, на уровне Москвы, говорится в рамках проекта «Redevelopment Южного порта», в котором мы тоже, если этот проект пойдет, скорее всего, будем в каком-либо статусе участвовать. И суть-то, собственно говоря, ровно одна. Чего как стаду бизонов бегать туда-сюда, когда можно все это локализовать, сократить логистические издержки, сократить бюджеты для города, связанного с этой всей совершенно ненужной при таких решениях логистикой, сформатировать абсолютно другую среду обитания. Мы наконец-то научимся своих детей в школу отпускать без бабушек. Они будут ходить, потому что там будут специальные пешеходные зоны и так далее, и так далее. Это же вещь, которая была в Советском Союзе и, может быть, остается в Австралии. Вот. Или в Штатах, где на скулбасах дети ездят. У нас это скорее исключение, чем правило. Вот, так сказать. Поэтому вот будущее в этом. И как раз редевелопмент промзон с имплементацией сюда индустриальных циклов, которые Москва может себе позволить. А это, конечно, это экология, это шумы, это, соответственно... Ну, понятно, что это не металлургические заводы там, или химическое производство. Профицитности этого бизнеса – это не только вопрос не металлургии, но это банально. В Москве еще надо выжить. Потому что... То есть у вас глобальная цель, как я понимаю, изменить мир, правильно? Ну, как минимум Москву. Спасибо. Хотя у меня нет глобальной цели изменить мир. Я, если честно, считаю, что мир – это мы. Давайте изменим себя. Извиняюсь за мелкого проповедника какой-нибудь, значит, этой новообретенной церкви. Но реально речь идет о том, чтобы, скорее, немножко по-другому. Давайте мы сделаем то, что от нас зависит. Вот этого будет достаточно. Мир менять не надо, он сам изменится. Когда мы изменимся, мир же – это мы. Да. То есть, хочешь изменить мир, начни с себя. Да, мы же часть этого мира. Почему же сразу менять где-то поэтому там? Поэтому я предполагаю, что здесь те компетенции, которые мы овладели за 3 года, мы реально, я считаю, являемся очень сильной на сегодняшний день командой, и они будут востребованы. Ну, следующий ЗИЛ вот на подходе тоже. Нет, же. ЗИЛ не на подходе, ЗИЛ пошел другим путем. Москва для ЗИЛа видит другую стратегию, поэтому ЗИЛ уже скорее на выходе с точки зрения формирования стратегии редевелопмента этой территории. А вот промзона Южный порт. Угу. Огромная промзона, 950 гектар земли, там уже вроде с, очень парк, сложной, там... с очень сложной структурой собственности, с огромным количеством фактически немаркированных территорий, где черт ногу сломит просто. Но при этом это самая широкая пойма Москвы-реки, Нагатинская пойма. Это готовность целого ряда ключевых частных собственников свои решения фактически коммутировать с решениями города и так далее. То есть очень многие вещи складываются и говорят о том, что все-таки этот проект из невозможного теоретически может быть возможен, может быть даже практически. Другой вопрос, что я считаю, что этот проект нужно есть частями, потому что проживать проект 1000 га в центре Москвы, это таких аналогов мир не знает, даже не Россия. Конечно, это огромные инвестиции, в первую очередь, которые чтобы город потянул. Огромное количество вопросов, конфликтов, интересов. И смешных вопросов. Абсолютно, может, все же понимаете, может упираться даже в банальные сиюминутные интересы. Там какого-нибудь Ивана Ивановича Иванова, который, упрется, и все. Десятью сотками. Я все время в энергетике, на самом деле, работаю. Мы с чем сталкивались, когда, соответственно, занимались очень крупными отраслевыми сетевыми проектами, когда бабушка Мария Ивановна
не хотела свою ветхую избушку убрать своих 6 соток. У нее урожай зрел. Вот. И поэтому высоковольтная линия ВЛ-500 пройти там не могла. Вот, которая должна была запитать атомную станцию и решить вопрос, связанный с локализованной системой, значит, фактически существующей в какой-то конкретной системе и обладающей колоссальным дефицитом электроэнергии. Миллионы людей, соответственно, в связи вот с таким обстоятельством, причем юридически совершенно корректным, так сказать, продолжали жить в обстановке некоторых неудобств. Ну, так. Так бывает. Неужели нельзя найти какой-то... Рычаги влияния. Да, вот или... рычаги влияния – это уже незаконно. Злые люди говорят, что пожаров случайных не бывает. Какая-то мрачная тема. Ну, здесь с другой стороны. Вот, а как вот решать такую проблему? А как вот решили с бабушкой-то, кстати, проблему? Да, вот это этическая проблема колоссальная. Ну, договорились с бабушкой. В конце концов, нашли компромисс. Договорились, да, урожай созрел, помогли собрать, переселили бабушку. Построили ей другую избушку. Ну, в общем, примерно так. По большому счету... Кустики выкопали, пересадили. Да, если это не паранойя, то, в общем, как правило, с людьми-то договориться можно. Игорь, спасибо большое. Замечательный, интересный проект. Спасибо. И важный для города. Но, к сожалению, вот о нем действительно мало кто знает. И даже те люди, которые заинтересованы... Теперь после нашей программы узнают многие. Теперь больше узнают. Спасибо вам, что пришли. Посмотрите. Дорогие друзья, в эфире была программа «Фактор личности». Ее вели Наталья Ерофеевская и Алексей Богданов. А в гостях у нас сегодня был Игорь Ищенко. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо.